Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 24 по 30 апреля. С 21 апреля начинают праздновать свои дни рождения представители знака зодиака Телец. Эти люди обладают исключительно редкими и ценными качествами, удивительной силой духа и несгибаемым характером. Но у этой медали за мужество есть и обратная сторона. Быки очень и очень упрямы. Другие интересные подробности об этом знаке зодиака расскажет астролог Янина Балашова. Телец. Тельцом управляет Венера, земная планета, отвечающая за материальные блага. Символом этой планеты является одинокий бык. Представители этого знака зодиака в детстве живут счастливо, спокойно и мирно. У тельцов хорошее отношение с матерью. Им достается ласковая и любящая мама. Это люди, которые сами умеют заботиться. Они испытывают заботу в детстве и могут ее передать другим. Женщины-тельцы – прекрасные хозяйки, хорошо готовят, заботятся о детях, о своей семье. Они гурманы, любят разнообразную еду, у них тонкий кулинарный вкус. Но при этом они упускают чувство стиля в одежде. Что же касается мужчин, они несколько женоподобные, но это только несколько. Если разозлить быка, то он станет опасным и мало никому не покажется. Овнам, которые родились в марте, в ближайшие 7 дней следует заняться корректировкой жизненных целей и планированием дел на май. Ну а в отношениях вы сможете рассмотреть то, чего раньше не замечали. Это позволит улучшить или, напротив, разорвать некоторые связи. Апрельских именинников порадует вторая половина недели. Вы будете очень трудолюбивы, что, разумеется, зачтется. У тельцов это ответственное время для карьеры, учебы и наведения порядка в личных отношениях. В период своего дня рождения вы просто обязаны оказаться на высоте. А еще вы с удовольствием станете давать дельные советы всем, кто к вам обратится. Не забудьте и себя наставить на путь успеха. У близнецов на этой неделе все деловые встречи пройдут удачно. Со своими близкими вы без труда найдете точки соприкосновения. Самый удачный день – суббота. Эта неделя порадует многих раков приятными событиями, а вы, в свою очередь, проявляйте активность, стройте грандиозные планы и принимайте за их осуществление. Самые благоприятные дни для представителей водной стихии на этой неделе – понедельник и пятница. А еще звезды советуют – выходные обязательно проведите на свежем воздухе. Наиболее яркие события этих дней у львов будут связаны с личной жизнью. Судьба готова преподнести вам подарки. Девам в ближайшие 7 дней сложно будет найти контакт с людьми, в особенности, если вы начнете жестко диктовать им свои условия. Для рожденных в середине знака это удачное время для совместных мероприятий и задушевных разговоров. У сентябрьских весов до пятницы благоприятное время для перемен, причем все равно в чем, главное не сидеть сложа руки. В выходные обойдитесь без рискованных действий. У скорпиона вся неделя будет удачной, и в этом ваша заслуга. Все правильно, надо уметь ценить каждый миг и находить радость в текущих событиях. У стрельцов продуктивное и благоприятное время – вторая половина недели, а до четверга желательно уменьшить любые нагрузки. С 23 апреля у Козерога все будет получаться легко и непринужденно, поэтому вы не раз удивите окружающих своими творческими порывами, оригинальным подходом к делу и мудрыми высказываниями. Для водолеев неделя – прекрасное время для сделок с недвижимостью и улучшения жилищных условий. Удачны любые покупки для дома.
Рыбам на этой неделе будет удаваться выходить сухими из любой ситуации. А еще это прекрасное время, чтобы обсудить дальнейшее развитие партнерских отношений. В личной жизни попытайтесь разузнать, чем живут ваши близкие, и тогда вы четко будете видеть, как вам следует вести себя, чтобы ваши отношения либо вновь восстановились, либо перешли на новый, более высокий уровень развития. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!